Я спрашивал, что тут за КД? Принимайте. Принимайте, да. Разбирайте машины. Всем привет. Здорово, пацаны. Привет. Что делаешь? Ученые. Уничтожитель пушек. Завтра на ДФБ идем. Короче, надо два добровольца на пушки. Плюс. Я пойду. Я могу заказать кого-нибудь. А где все разрушители, ёпта? Нету ни чопперов, ни разрушителей. Ну, только два человека сделают эту ачиву, потому что это багается потом. Кто там топ плюсы ставил, просто ролит, я так думаю, лучше было. Не разрушитель там делает. Тук падает. С Монти делался. Куварзин, ты зайдешь? А чё, когда вы... Угроза с... Выйди с машины. Легас, ачивки где поделали, да. Что-то когда висит? Да просто так надо, не думай об этом. Графит, выйди. Ой, подожди. Графит, пересядь в этот, в катапульту. В катапульту пересядь. Нет, ты не... В катапульту пересядь. Да, в панельке есть там пересадка в катапульту, отлично. Сейчас я пульну, короче, тебя в этот... Короче, на машину убьешь пушку. Кто еще сел в катапульту? Эника, подъедь сюда. Все, сейчас мы пульнем отца огурца. Не можешь пульнуть его? Слезь с тачки и залезь обратно. Сейчас можешь? Так это ближе надо к боссу. Спасибо, я знаю. Вылазьте все оба, значит, и пересаживайтесь. Вар, слезай с тачки. Кто там в разрушителе? Ну что там? Бля, чё за вар там сидит в разрушителе? Расскажу, ни к чему. Вылезь с этого разрушителя, сказали же три раза уже. Эника, залазь в разрушитель. Пошли сейчас. Есть панелька? Забили уже ачиву. Графит, ты залез или нет? Упал с него. Тут посередак упал, я не долетел. Ну, залазь опять в тачку, разрушитель.
Все, короче, давайте сейчас упадем. Два человека. Кто хочет эту ачиву, кидайте ролл. Первые два будут делать эту ачиву. Не сделаете все с первого раза, то все, тогда убиваем босса. Так она два человека делается. Не знаю, зачем ты это сделаешь. Ты понимаешь, что он багается, диафан багается, когда убиваются пушки. Нельзя зайти потом в инст. Сказать одну фразу, вы что, ебанутые с этой ачивой ебаться? Вы какие-то конченые, это чар. Паться на пушке. О, на сейчас огурец и вы через антихан. Все, давайте быстрее умирайте. Самая беспонтовая херня, что может быть, это я тебе чего в льде с пушками. Я же видео сделал, как это делать, там легко вообще. Ничего не багается, потом можно зайти и бить. Багается там от дерьма. Вряд ли лишний раз. Ну, кто не умер еще? Бля, не вздумайте убить пушки сейчас на диафане. Их никто не убьет. Пойдем. Пойдем с самокачу или росочку. Бляка. Там, наверное, надо к боссу подъехать. А, кувар же нохнутый был, он там же остался. Ну. Вы вымитесь каждую секунду, повесите КД на ход винс. Что, все забагали или что не заходит? Не знаю. Да, походу забагали, у нас все вышли из места. Че, нельзя было выйти? Нельзя. А че вы все вышли тогда? Ага, пускай. Все, короче, заходите, бой закончился. Это геймерная чива. В общем, кто там выиграл по роллу? А тихо, блять, это борец. 90, то мы не будем ничего делать, досмотрите. 92, давайте. Ничего не делаем, я не читерил, я никакие скрипты не качал на ролл. Все, давайте, ребята, идем. Не, я имею в виду, там мы ничего не потеряем, просто два человека по ходу боя сделают это ачиву, и все. Мы не будем вайпаться. Да разбирайте быстрее тачки. Там какой-то садите. Маньяк неубитый, и бой вешается на всех. Нам бежать. Да, плевать на этого маньяка. Давай потом об этом. Маньяка, говорит. Не маньяк, маяк. Из него дворфы выходят. Садитесь быстрее в машины. Не сядут, потому что бой идет. Бой идет. Надо возвращаться. Поехали маяки бить, что делать? Отец, вылезай из тачки. Надо бить моба. Кстати, дворфагеддон можно сразу сделать. Я сейчас приеду и сломаю этот маяк поганый. Там штук 10 будет. Там дворфов бежит, ну, на ачивы 2, наверное, точно.
показывай мне. Блять, ну я же говорил, ну тупо вообще АФКшил стоял, на тебе ГРПГ-дом, блять. Молодцы, спасибо. Я иду. Ты пачка, блядь, по 200 человек идет. Бой у вас спал или нет? Да нет, у нас мало выбегут. Сейчас еще один ГРПГ-дом, походу. Надо сумонить еще людей на Ачиво. Сразу бой решится, когда ходишь вниз. Короче, маяк последний, который багнутый, добиваю. Будем начинать. Тут их много. Выгорели годы в Архагедон. Это на вон как делается легко. Тут Паша стоял, на тебя Ачива. Так, маяки разрушены. Где еще мобы могут быть? Не все еще бегут? В центре бегут. Да-да-да, в центре бегут последние. Еще один маяк нашел. Походу специально его тронули или что? Так, ну что там? Да, маяк вот живой здесь, в центре. Он спал у вас бой, нет? Нет. Сейчас зачистим квартал. Чудесно. Я уже не вижу, откуда они могут бежать. Да вот здесь маяк в центре живой. Да в центре еще сейчас дойдем, там будет. Вот здесь в центре живой. Центр это где? Здесь ну, самая большая, где больше плац. Все. Вова, сейчас вот по идее должен спать, нет? Да, вот маяк рядом с тобой. О, спал, ой, ура. Вот теперь спал. Ну как? Отлично. Ничего не багается, заебись. Кто будет со мной, Колчедан? Кто сказать? Иди на правую починку. Видишь, меня тут рядом с разрушителем стоит. Все в инсте уже. Не-не, Вуди там летит, много людей еще летит. Поставь шкаф, у меня поворот еще. Поставь шкаф. Стоит шкаф. Кликните кто-нибудь, пожалуйста, рядом с починкой там. Ребят. Летит к Жека. Вот. Включи в чат, кого снимали. Вуди Ален, еще кто? Альфонс, по-моему. Я сумму. Отец говорит, садись в звездочку. Макгрегор еще вижу.
Сядьте в звездочку, кто может стакать колчеданы. Звездочку. Да, подбирать эти колчеданы. Дайте будешь подбирать колчеданы. Если ты, отец, умрет, его запустить надо в звездочке. Эй, Ралли, куда ты сел в мою тачку? Я в инсте, Олег. Все, у нас разрушитель полностью готов. Сейчас, секунду. Вот, все, я могу тянуть колчедан. У портала, короче, разрушитель полностью готов. Ну, я не могу отца огурца запустить. А так можешь? Видимо, без отчего будет. Ему надо пересесть, вылезти еще раз и залезть. Вылазь последний раз. Залезай. Али, залезай. Сейчас. Пробуй, залази. А почему только два делают? Четыре же разрушителя. Потому что там две пушки, и он багается. Багается после того, как убить две пушки. Ты не понимаешь? Если мы упадем, то все, он забагается. Все сели в тачке-то? Разрушитель есть еще один. Ивент уже начался. Ребят, сейчас выйдет босс. Разбивайте. Лучше дам уже. Разбивайте, разбивайте. Пушки одно место свободно. Так, сейчас попробую поближе тебя запустить. Да, в морду ему. Ну чё, запустился? Подожди. Кости сбивайте. Подождите, мат с ватом под ним. Ускорялку, брат. Вот если бы еще кто-то уничтожил пушку, он сейчас бы забагался. Мы бы просто убили манекен. Так надо просто по одному бить. Сбегай вверху, полчедан, давай, не стой. Не стой. Идем на Острокрылова. Так, очки надо кому-то? Это на раздражение мало. Два штук. Повороте, подсец тут? Да. Так, я протопал. Будет танк в ДК, остальные все в ДД. Я думаю, мы ачиву будем делать, а тут никакой ачивы. Какие разнам? Так вот, сделали уже. Просто ее только по одному можно сделать, по два не получится. Не, по два можно. Сделали. Клаустрофобию мы эту не сделали. Или как она? Клаустрофобия? Орбитофобия. Да, да. Орбитофобия? Орбитофобия. Орбитафия, чёрт. Надо записать цитаты гильдии. Перекрутил слова. Поставьте шкаф. Отец, пойду дали крестом. Какой-то шаман, спекайся в ДД. Смотрите, какой-нибудь. Замуровали его в плите. Ну, тыкните на шкаф, ну ё-моё. Протверждай, человек, сейчас. В 17:30 спульнули Левиафана.
Атон, давай подтверждай быстрее. Не, не делаем. Так, давайте распределим бафы. Делали на прошлом КД уже. Так. Энника, давай каски, Трися, кулаки. Пеппер, квесты. Пеппер, спекайся в ДД. Мы сегодня будем делать это пижарного и орбитафию. Плюс ноль, точнее. Маги, дайте интеллект. А это сделаем, нет? Дворфов потом пожарим. Нет, это мы не сделаем. Ну ладно. Делали на прошлом КД это. О, спасибо за квест. Вообще-то. Пожалуйста. У нас друида нет, нет в районе, да? Нет. Бога на сову зайти. Заходи на сову. Все равно тут хилов куча. Сейчас будет гарпун готов, и запушу его. Давай убьем мобов. Ты сказал? Мобов убьем, потом запустишь. Ну, секунд еще есть, нормально. Давайте, можно рост дать. Быстренько залить босса. Хила пушка, две штуки сразу. Ладно. Она больше меня кинула. Заходи на сову, Пеппер. Слишком далеко.
Ставьте шкаф. Давайте шкаф, надо сломать двух людей. Поставьте момента. На сумму кто-то тыкнет. Давайте бафы по ханту. Посади. Не буду тоже. Давайте все бафы, все здесь. Чего не хватает? Давай, пуляй. Так, наложение. Деньги дорого, кому-то надо. Трение бисовое на танк. Вы все писали, что ролики на танк? Как бы посланник, не знаю.
Ранкокер, у тебя уже это трение есть. Пишет. Давайте быстренько убьем босса. Быстрая смерть, быстрая разборка. Давайте кральку шумалем подождите. Да, давай, скаф поставишь заодно шумалем. Анимал Джа, спекнись, пожалуйста, в танка на этого босса, поддержишь трэш и до совета тоже. Будьте шумал. Давайте баф по кральке. Каску, крест я еще. Мамата не спалась ралли, подожди. Что ты сказал? Далее. Все? Да, все. Кто голову, да? Погнали. Сердце до 2 лямов. Что делаем, полубота? Да. Давайте в сердце сбили до 2 лямов, потом трэш бьем. Не надо побежать к воротам. Подождите. Давайте, помогите мне хламоботов убить, я справа убью. Что в дамаг сердца? Топайте дамаг, убейте трэш. Ботов играйте. Слева еще хламоботы. Мочи его, может, мы. Они убили сердце? Да. Хорош. Давайте добейте хламоботов тогда, чтобы люди от чего получили дополнительно. Да. Графит, выходи с меткой, теперь надо с меткой выходить. Давайте рост. Надо... Вон ту искру надо убить. Давай сакру. Милики, ее надо убивать. Бля, первый раз я вижу. Вот он, выйди с меткой. Весель король гуля? Да. Пойди она, блядь. Стой, стой. Давайте еще один рост для кральки. Кралька, выходи с меткой. Кому ману заливать, васап или лимон? Хочешь, Олег? Кому хочешь.
Слишком много ДПС в рейде. Давайте хилы сразу на следующий квартал, танки не ФКшьте. Сразу трэш побить нормально. Чего вас полоскал? Шок. Встал. Шок контент. Джезов рулим. Плечи на танке кому-то. Да, две пачки. Сам не говорю. Бейте мелких. Энника, диспо у себя. Так, уже здесь. Сейчас будем бьём. Давайте ускоряемся, турбо режима. Вот так, да? Вот так вот. Вот так вот. Тысячи по это не шутки. Давайте все под мобов подходим. Ты что, не уешь на расстоянии или нет? Они что-то они помощи не уешь. Ну вот, нет, они тангают. Турбо режет. Турбо слип. Так, рулим планетарный ключ. Сарбазарови. О, красава, воин, наконец-то. Как дела? Войт выиграл. Так, Войд будет танчить Грундира. Макгрегор танчишь Малгейма, Эника, Сталилома. Макгрегор давай в танка, а не Малджас в ретри. Сколько у нас сейчас хилов? 2? Вот есть ДЦ. Люду дипку спекни с ДЦ. 3 хила по нём. Кушайте рыбу, вот возле стоит, возле приста. Сначала объем Брундира, звездочка, потом кружок, потом квадрат. Подходите быстрее, что-то вы в разных местах. Сарбазарович. Сначала мелкого? Да. Ну поставьте шкаф, надо шприста засмонить. Тыкните на сумму. Так, пойдем 22. Три раунда шляфа кашить.
Макгрегор, танчишь кружок. Войд, звездочка. Эника, квадрат. Фотон, ты тут? Повороте. Танки, разбирайте мобов. Далеко убежал. Ника, иди использовать себе энергический удар. Так, Рейд, становимся сейчас в синий кружок. Макгрегор, подводи босса. Вижу. Сейчас этот синий кружок пропадет, мы все выходим на дистанцию, потому что будет желтый кружок, который наносит урон по Рейду. Эника, под желтый кружок дашь сакру. Все, давайте, выходим на рейндж, смотрим за желтым кругом на земле. Сейчас будет желтый круг. Давай, сакру. Выводи босса. Даю гимн от хил. Но Минелтор все равно выше тебя по ДПС. Выйдите из желтого круга, выведи босса из желтого круга. Повороте, ты здесь? Да, Олег. Беру пока Поклонского. Хорошо. Так, рост нету смысла сейчас сдавать. Зарывайся быстрее, Фотон. Так я тогда в магазин перейду, хорошо? Иди. Пока иди. Так, идите все на это. Верно. Так, кожевники есть в рейде? Есть. Показывай профу. Черный лимон, показывай профу. Нет, это не профа. Так, WhatsApp. Там чарка от кожевничества. Ну так, надо фул профа, чтобы выучить этот рец. Ну, наверняка он сейчас 50 минут. Боты кинь на ру, ключужные. Ну, я думаю, тебе идут. Вряд ли кому-то надо. Так, меч кому-то надо. Ну, варом не было. Если ты АДК, только будешь собирать, не нужен тебе меч. Так, ботинки. Меликовские сапоги, кожаные. Да ёпта, да. Раб. А ты мне его передать не можешь? Стой, не убегай. Попробуй мне его передать, Олег.
Мне нет, я не могу передать. Мне его нет. Да, его нет. Вот. На тебе и так есть лутер. Все, забираем лутера. Значит, опять в три танка идем. Здесь Войд, Гри и Эника. Поочередность таунтов. Сливаем сначала руку. Потом тело. Левую не... Оставайся, пойдем. Следующий за гибелью главного куратора. Добро пожаловать. Главный куратор? Клянусь, борода, это Локи. Он главный куратор Азерота. Его смерть вызвала все это. Подтверждено. Время уничтожения главного куратора Локина совпадает с... Войд, подъеби. Сумоните. И что же? Для кого предназначался этот сигнал? Давай под... Вперед. Потом он сбегает. Будет время. Еще. Так. Что ты зря? Конечно. Ты готов? Прожмись. Макгрегор забирает. Правую руку играем. Быстро. Танки, которые не... Осколки. Забираем на себя. Все, играйте только в... Ненника, забирай босса на себя. Остальные танки. Пока не забирай. Вот, забирай. Вот, забирай босса. Сейчас появится левая рука. Будем сливать его правила, точнее. Давайте все в правую сыграли. Прожимайся, Войд. Давай, Дудутипка, давай каплю. Так, Эника, давай каплю на Макгрегора. Бейте правую руку. Быстрее бейте, Будялина схватила мне. Хваткой. Так, чё? Чё за тишина? Что все молчат? Руки ролем. Так, ладно, имели наручи. Фонс, ты на кого рулишь? На данном, не на ДК, на ручи. А ДК. Пересоздание планеты. Говори проще, окаянная машина. Чё ты во фросте делаешь? Поднимитесь там наверх, там босс идет. Не согрейте босс. Наручи на ФДК. Ты ролишь на ДК. Наручи на ФДК тоже подходят. Если чё. Ты помнишь? Так, давайте попробуем сделать бессмертей. Босса танчит Макгрегор. Войд, Кнайт, Эника, Адов, мы этих Адов сливаем. Потом будешь Войд забирать дикого защитника, мы его сливать. Угу. Нужен быстрый мастер-класс по этой хуйне. Короче,
Сразу вам говорю, если вы хотите тут без смертей, от фиолетового луча надо всему рейду убегать. А луч остается только там, который танчит. А не так, как у нас в прошлой рейде всегда было, блядь, весь рейд стоит и луч бьет. Тут и защитник вылазит, и все на месте стоят. Такого не должно быть. Бегайте на 15 метров минимум, и будет вам изи ачивка. С макросом или без макроса на таунт, неважно. Просто убегите подальше и все. Оставьте шкаф. Антифиры раздавайте уже сейчас, чтобы во время боя рефрешить. На кого антифир в первую очередь кидать? Без разницы, вообще у вас 4 шп. На всех танков кидайте и все. Если у нас ДЦ есть, ДЦ на себя кидает. Иди спалит. Босс подошел? Да, мне сейчас подходит. Скажите, что перемусон. Это похоже на все остальные архивы титанов, которые мы находили. Ну, чуть побольше. И подревнее. На Вайдай на двух протопалах. А ДЦ сам на себя кидает. Рядом с мигающей лампочкой. Что такое тревога Алгалона? Изи танчится этот босс. Да, знаете, главное от фиолетового луча всем убегать вообще. Главное всем убегать. Я уже сказал, вой, танчишь с Энникой Адов, потом будешь дикого защитника забирать на себя. Макрос есть? Конечно есть. Так я Макгрегору сказал, чтобы он звездочки просто стоял и все. Вары там косты собьют. Там вроде ранее профитный, знает че и как юзать. Кинул антифир на Ауриарию. Блять, на Ауриарию сказал, на Макгрегора. Я правых, Эника. Погнали бить. О, нормально. А как это получилось? Буря? Кто? Порвал. Смотрите. Если они умеют просто играть. Отведи босса к звезде. Установите себе звезду, там возле лестницы неудобно сливать мобов. Чего мобов не даете? Наверное, надо время завести. Ну да. Так, можно сейчас после фера дать рост. Опять под босса все. Идем под босса. Давайте рост. Встали в череп, в одну точку. Уже вот сейчас убегать надо будет. Убегаем, убегаем. Убежали. И к черепу бежим. Сливайте дикого защитника. О, вот красава. Звезду играете. Так. Становитесь все под морду босса. Сейчас опять будет луч. Под морду. С той лужи выйдет другой защитник. Успеем подъем. Угу. Бейте, бейте босс. Спасибо, Трися, за чего. Кстати, Саня сам виноват. Да. Полностью твоя вина. Лечина. Милика, ладного. Пока дойдем. На тебя напулили. Лук. Вау. Меч. Миликовский. А не, не миликовский. С духом, блядь, меч. Thank you.
Так он не знал, надо было отойти, наверное, просто. Его сказать. Вы сами подумайте, 4 моба, 2 танка. Дайте время, чтобы наагрить. Вы будто вот не танчили сами ни разу. Я уверен, 3 себя танчил. Надо же время, чтобы наагрить, блядь. Все, и это уже в прошлом, идем дальше. Почему 5-то, блядь? 5, до утра, гость сегодня до 2 утра, бля, ебаш. Сделаем плюс 0, сделаем слезы. Давайте. Сегодня пожарный. Ой, мороз, мороз, кто словит склеп. Тут вообще есть люди, которые первый раз в льду пошли? Паны, лучше сразу скажите, тут КП вообще изи, ну блин. Ну, одни и те же ходят, но почему-то мы чего так и не делаем. Ребят, не идите вперед, сзади этих согрели, помогите убить. Кто-то по сугробу опять прошелся. И как нам получить эти печати? Идем такой. Ты что, тоже квест делаешь? Подожди, или что, дед, мидит, или что ты встал? Газы. Каждый элемент будет впоследствии, а как ты его делаешь? Ты хочешь сказать, пока ты, блядь, тут стоишь, базаришь, да? Я не могу это базарить с ними, что ли? Ну и чего ты ждешь, ржавый развал? Но ведь должен быть... Сука, негодяй. Коды отклика встроены в сущность, и изменение силы вызовет перезагрузку функций хранителей и их выход из-под внешней... Сзади опять согрели. Помогите, пожалуйста. Сделать. Чтобы рассчитать угрозу возможного уничтожения печатей, мне необходимо проанализировать статус... Надо было чего сделать? Пройти без того, чтобы согреть сугроб. Да, самое сложное было бы. Нормальная тема была бы. Какую дворфу гидон? 99%. Так, ну давайте заходим сюда, боссу. Да. А. Вот рыба стоит. Каску там, лапу, 300 ба. Функциональный статус хранителя Фрейи. Куча забытых знаний находится... Эйника, каску брось, писи. ...за счет присутствия древних прислужников. Смотрите. Анализ древня светлого листа. Постоянная защита широкой области с использованием солнечной энергии. Может, кто-то тыкнет носом? Дядя огурца говорит. Слишком сложная схема. А у мутанта как-то так, есть. Мутанта все просто. Три топора, все заебись. Все готовы, погнали. За склеп отдаю ГП. Помогите убить склепа. Давайте все на грозовую точку отошли, получили баф. Мини-зону встали. Приморозил, вот и стал. Встали булочки и домашки. Бежали на край вспышки, потом забежали на сугроб. Нихера себе. Ну, просто лоб запорол, чего. Хорош. С
Становитесь в эти лучики, продолжайте бить. Забежали на границу. Набивайте босса. Скиньте ДПС, пожалуйста, прям сейчас. Бери. Осколок. Да, ну. Угу. В другом сундуке. Я такого еще не видел. Стрелялся. Танцуй третий. Давай зерганем хардмод, пожалуйста, на печать. Или что-то хочешь. Давайте не сдохнем, а? Будем делать не стой под молнией. Макгрегор, танкани там трэш. Сейчас, прекнусь быстро. Так, на РТД. Завоеватель. Бери, бить моба. Укоритель. Рогомаг, друид. Такие роллы мне сегодня пиздец. Грешит, если тебе надо, кинуть штрих задам. У кого больших это, ребят, моба? Ставьте его пока. Еще станков это нет. Давайте будем в одной точке теперь стоять. На этого чего? Потому что там же, он... там же УЕ нас убьет, типа, нет? Убьет 10 человек, а там уже выживем. Да у нас. Ну, по-другому не выходит у нас. Ну, я, кстати, читал, оно, получается, испускает молнии в радиусе 60 градусов в ту сторону, откуда запомнил. Ну, блядь, молнии идут, как оно. Ну да. В ту сторону, откуда его. Ну, в ту сторону, откуда идут молнии, там будет урон. Я всегда в гуще событий. То есть, что нам надо? Отбегать от молний? Откуда они идут, верно? Ну да. Да. Получается, 6 этих секторов в комнате, да? Наверное. Так, кто хочет пойти в туннель, плюсик поставьте. Черный, мой любимый. Дальше тоже пойдешь. Васап тоже пойдешь. Это 4. Войд тоже пойдешь. 5. 5 человек хватит будет, да? Хэмом или без хэма делаем? Без. Стоп, не агрите, мамочек. Респит, да?
Да, спекайся в ДД, Void в туннель, плюс те, кто прислали тоже, плюс Слэйшен и Васалб. Здесь танчи тайника. Дудипка тут. Угрозов, ты тут? Угрозов. Так, ладно, пока без него пройдем, чего? Чек на пул. Незваные гости. Давайте все в центр. За то, что посмели вмешаться. А у нас хила нет в комнате или есть? Сам. Кестерхаус, слайд, подожди. Давайте, на второй фазе будем стоять тупо в звездочке на спиной у босса. Давайте направо, ребят. В комнате перебежали налево. Остаемся на местах. Что это было? Вопрос дали. Мы не справляемся с мобами. С мобами не справляетесь, пусть завоевателя переконтролят шипоты Войда. Ой. Хотели бессмертий. Ну там сразу же сдохли бы. Вряд ли. Это оправдание. Подымай лишь. Стойте, дайте щиток возьму. По идее уж можно агрить. Да, можно. Можно. Встали все звезду и отбегаем от молнии. Еще раз, пожалуйста, это у нас не было. Ну вот. Звезду становитесь. Давай обратно под в центр. Опять звезду все встали. Звезду встали. Ну вот номер два. Страшного. Звезду отошли, молния в другой стороне. Поворачивай. При таком рейнже по-любому цепуха будет убивать.
Вот, я бы везде стоял сейчас. Ну что, кого пили? Последний. Звезду встали. Отошли, отошли оттуда. Все, должны здесь сделать еще. Все, наверное, только так реально сделать еще. Мы же ее делали и до этого. Ну, мы делали. Да просто там какой-то. Почему только так? Так это просто? Со столба летела молния в босса, он поворачивался и вот 60 градусов. Да, чешу, наверное, у меня техники нету. Сука, быстренько. Завоеватель. Там график перероливай. 58. Так, защитник. Воин, охотник, шаман. Эти бошки продаются в товаре. Не знал об этом, но ладно. Грудак и башка продаются.